Субсехи построят храм Воздвижения Креста Господня. Памятный знак под строительство нового православного храма на горе возле села осветил епископ новороссийский и геленджикский Феогност. В церемонии приняли участие мэр Анапы Василий Швец, председатель совета Леонид Краснорудский, представители казачества, местные жители. Епископ Феогност отметил, что радостно видеть, какое гармоничное развитие идет в Анапе, и культурное, и духовное. По мысли, ведь как здорово, ведь можно же, как вот, какое гармоничное развитие идет, и духовное, и культурное. В Гастагаевской строится храм, в Анапской станице строится храм, в Императорском парке будет храм в честь святителя Николая. Какой замечательный парк строится через крещение Руси, рядом с собором князя Владимира. Очень большой. Ну, радостно это видеть, радостно. И еще раз хочу сказать, поблагодарить Василия Александровича, дай Бог здоровья вам, что вы находите время и живете не для себя. Мэр Анапы поблагодарил владыку за архипастырский визит и благословение строительства и рассказал, что в планах создать на горе, которая находится в самом начале Кавказского хребта, храмового культурно-просветительского комплекса. Рядом с 18-метровым поклонным крестом, установленным здесь в 2005 году, будет построен храм Воздвижения Креста Господня. Амфитеатр для православных мероприятий, обустроена смотровая площадка с потрясающим видом на Анапу. Для жителей города, для жителей поселков. То событие, то мероприятие, на котором сегодня мы все являемся свидетелями и участниками, конечно, для нас это очень серьезное и ответственное в будущем дело, которое мы все вместе будем претворять жизнь. Это не просто церковь, это целый комплекс, культурно-просветительский комплекс, такой, знаете, вот своеобразный маяк на нашей, православный маяк, маяк веры на нашей горе для всех и жителей нашего города, и всех, кто к нам приезжает. Мы очень благодарны вам за то, что вы благословили нас сегодня на эти труды, на эту работу. И однозначно гарантирую, что мы сделаем все для того, чтобы этот храмовый комплекс появился в самом ближайшем обозримом будущем. Мэр Анапы заверил епископа Феогноста, что анапчане всем миром сделают все, чтобы храмовый комплекс как можно скорее стал новой достопримечательностью Анапы.